Всем привет! Меня зовут Гуля, и я приветствую вас на своем канале. Мы продолжаем играть мистера Пропера, Припера, мистера Выживальщика, и у нас все плохо. У нас все... Я не знаю, как включить электричество. Я его включала, но это потом, может, разберусь. Не знаю, стоит ли это все поливать. У нас, видите, оно не работает. Почта пришла. Но это мы, наверное, то, что вчера все продавали. Сейчас пойдемте. Так, этот не кладем. Нам надо сюда выложить воду. Потому что у нас есть вода. Мы сейчас возьмем с собой, откроем еду. И пойдемте заправлять машину и поедем, посмотрим, что там будет. Так, ну да, у нас протухла еда. Так, разделить. Окей. Есть. Мы возьмем с собой немножко. Она все равно протухнет. Печка не работает. Я не знаю, что я делаю не так. Ну да ладно. И еще. Знаете, мистер Выживальщик, так взять все. Ну, мне... Ну, ко мне раньше тоже каждый день... А, это он говорил нам. Знаете, что я хотела еще сделать? У нас ножей сколько? Я запасной ножик хотела же сделать. Мы там какую-то книгу читать? Читать. Да, что-то это. Услышать и отвечать. Да, боевку прокачали. И стекла 2 штуки не хватает. Ножик хотела. Ножик. Ножик. Создать один. Запасной надо. Он у нас тут горел красным, я помню. Так, ножик мы создали. Пойдемте глянем, может, стекло у кого появилось. Так, ничего не вижу, ничего не вижу. А сюда отходы пока не продаются, да? Все, стекла нету. Нету. Ладно, мы... А энергетик у нас портится? Ну-ка, глянь, пожалуйста. Так. Так вот, 2 энергетика с собой возьмем. Что поделать, раз это все пытается у нас сгнить. Так обидно. Холодильника нету. Я сама не знаю, как его создать, этот холодильник. Я пыталась найти, кстати. Ну ладно, пойдемте. Надеюсь, еда не испортится, пока мы лазим. Пойдемте на свалку, попробуем заправить машину. Так, где эта машина? Ехать. А, тут это самое максимальное отдаление, кстати, да, не отдаляется. Топливо. Вот сюда? Недостаточно? Недостаточно 2 топлива? Офигеть. Намылилась. Ёкарный бабай. Что же нам делать-то? Так, использовать. Пойдемте домой занесем все. И что получается нам? Надо, во-первых, тогда сейчас в шахту до последнего дойти этажа. Сейчас мы все это выложим обратно. Это топливо мало. Так, а где брать бензин-то? Ладно. Пойдемте доисследуем шахту. Открываем. Мы сейчас все сюда обратно выложим. Вот сюда. Что тут еще у нас по весу? Ничего такого нету, да? Ножик с собой. Это и еда. Энергетик. Ну все. Мы все с собой взяли. И пойдемте тогда. Ну что поделать. Еды я сейчас смысла не... Да блин, я просто навожу почитать и постоянно не туда. Иди сюда. Вот, на... в шахту пошли. До конца исследуем. Там вроде 1 этаж у нас оставался. Сейчас мы этот последний этаж и досмотрим. Пошли. Я бы знала, что топливо не надо так тратить. Но мы железо так накопили, оно тоже надо. Это получается, нам надо накапливать денежку как-то и продавать. Пошли вниз. Еще вниз. Так, возьми.
Вниз. Еще вниз. Так, давайте мы сделаем вот так. У меня где ножи? Вот так. Я не помню, в эту сторону мы, по-моему, не прошли. Давай. Давай. Да, мы не прошли в эту сторону. Так. Все. Железо пусть тут валяется. Я бы и рада забрать. Домой тащить, что ли, его? Сколько тут? Сколько ты займешь места? Да просто я потом забуду, где это опять было. Давай еще. А где проход тогда? На следующий этаж? Я не поняла. Я что-то не вижу. Что-то не вижу. Вниз нету, да? Вверх вернуться. Не поняла. Ну давай вверх еще разок. Вот сюда давай. Куда он пошел? Вниз, блин. Вниз. Еще вниз. А где у нас проезд на четвертый, как попасть? Угу. Это то, что мы здесь были. Вверх. Значит, надо вот сюда попасть. Но мы тут вчера вроде лазили. Блин, не вижу, как драться. И поедим сразу. Так. Но мы вчера тут были. Я и что-то я пропускаю или что, блин? Насколько я помню, мы тут вчера лазили. Да. Угу. Угу. Так, вверх. Ничего не понимаю. Как попасть на четвертый уровень шахты? Ладно. Это очень интересно. Здесь вот это что у нас? Я не могу туда попасть. Да я вижу, что ты никуда не можешь попасть. Угу. Так, я не могу туда попасть. Ну и чё мы тут тогда лазим? Фигня какая-то. Фигня. Так, вверх. Отсюда мы пришли. Ну давайте на всякий случай я сюда еще пройду, а потом Так. Перекусить бы. Да, ты еще есть хочешь у меня? Подожди, добей, гада. Ешь. Ну мы тут были. Блин, неужели придется смотреть у кого-то, куда туда попасть? Я там проходилки-то подписано на людей. Ну ладно. Получается, давайте мы... Здесь у нас что-то есть открыть? Ты можешь сюда сразу идти? Нет, не может. Он не такой. Иди давай. Глянем. Я не помню, забирал я что-то отсюда. Взять все. Молодец, забираем. Теперь мы идем на второй этаж сейчас. Если что-то там есть, заберем. И домой. Он весь у меня замученный, измученный. Я не знаю, где взять пропуск на четвертый этаж шахты. Топливо я немножко насобирала. Открой. Надеюсь, это... Но здесь вот оно как бы светиться должно. Ага, раздели.
Наверное, вот так вот, чтобы точно взялось. Да. Еще вот это вот раздели. Вот так, окей. Возьмется теперь? Да, как раз. Вот тут ничего нету. Ладно, пойдем на вход. Вот с этим электричеством тоже. Я этот включала, не работает. Автоматом не подключается. Проводов нету. Ой. Моментами, конечно, понятная игра, но здесь вот я вообще не понимаю, что нам делать. Использовать. Ну-ка, нету где тут проходки? Нет, вот, все открыто. Может, купить надо? Все может быть. Может, мы когда очки найдем, которые я не знаю, где искать. Ну ладно. Значит, мы сейчас вот. Подожди, давай сразу, может, кому поторговать можем чем-нибудь интересным. На, соль. Че у тебя там? Ничего интересного нету. Потом, чё? Соль, хотя, может, зря продали? Ну да ладно. Так, сюда нету, нету. Ножики. А, ножики можно продавать. Угу. А знаете что? По идее, это его, это, два нужно. Можно продать, он же поломанный. Он нам не выгоден. Давай, иди, открывай. Но у нас все пропало. Так, ладно. Топливо пока сюда. Хотя зачем пока сюда? Его надо сразу к себе. Не-не-не, сюда, чтобы мы могли сейчас это. Подождите, вот так. И вот так вот. Вот. Сейчас 20 штук мы поставим. Нет, мы вначале должны получить, потом поставить. Давай получим. Потом поставим. Только в такой последовательности это тут все работает. Так, теперь мы идем, забираем. Вот сюда. Открыть. Вот так. Заправляем. И у нас по грузоподъемности, кстати, все в порядке. Да. Что у нас получается? У нас нет. Открывай, иди в холодильник, даешь еду. Все равно протухнет. Давай хоть поедим, сколько можем. Писец какой-то. Получи воду. Хоть вода есть. Хотя они тут это. Сейчас что-то принесут нам, да? А мы с тобой давай поторгуемся еще. Так, что тут поторговаться? Я вот это хотела продать. И пока еще больше нечего такого продавать. Эти книги я не знаю, куда девать, поэтому сюда и кладу. Давай торговать. Как? Надо, может, было заранее генератор включить, он бы проснулся. И, конечно, не знаю, что. А миссис Джонсон, так, что-то там случилось у него. Так, проснулся в чужой постели. Он сплетни нам рассказывает. Вот так вот. Давай. Торговать. О, стекло, стекло, стекло. Нам надо, да, нам надо стекло. Все. Мы все, 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 все. Можем что-то делать и продавать. Но я пока не могу. Мне металл нужен. Продать можно. Ага, сейчас я вам стекло продам. Бегу и спотыкаюсь, называется. Ну что, у нас топливо получается? А, еще вот это надо выложить. Пойдем. Мы один нож продали, и нам надо с собой еще сделать оружие. Мы же безоружные-то далеко не уедем. Так, иди сюда тогда. Это топливо. Потом, что у нас тут? А, вот это вот тоже надо сюда. А топливо мы сейчас с собой все забираем и поедем кататься. Водичка пусть копится, и мы создать надо. У нас, так, металл, если что, лишний есть. И ножик недолго хватает. Вообще надо бы еще и бейсбольную биту сделать лучше. Да, хотя древесина тоже у нас такой материал, который очень-очень-очень нужен оказался. Все, давай спать. Сделал биту? Я не понял. Сделал, все хорошо. Давай поспим. У нас уже второй месяц пошел по сохранению. Сейчас пока это будет. Да, вот. И вот мы второй день без воды.
без электричества пережили. У нас еще 2 дня до прихода агента. Мы как раз успеем, думаю, скататься, куда мы там планируем. Сейчас поедем. Есть выносливость, и здоровье упадет, живучесть начнет снижаться. Да, я заметила. Давай. В следующий раз попробую генератор заранее включить. Не знаю, поможет, нет. Но что-нибудь да получится, надеюсь. Так, давай, беги. Я не могу, что-то там. Что ты там опять не можешь? Ешь. Вот. Еда протухла. Надо еды наготовить с тобой. Вот сюда кладем. Ага, это бы сушить надо. А это с собой. Так. Так. Включить, осмотреть. Включи. Выключи. Сейчас мы выключили. Включили. Так. Смотреть. Не хватает заряда. Понятно. Включи. Так. Открыть. Иди. Сушись. И пойдемте воды возьмем. Так, здесь воды нет у нас, и здесь нету. Значит, мы берем отсюда. Что так, музыка играет подозрительно. Музыка играет так. Вот сюда и пойдемте приготовим еды. Грибной суп. Так, что тут еще есть? А, он, если я так листаю, тоже, что ли? Вот, блин. Все, давай, наготовь нам. Хорошо. Что-нибудь еще из этого можем приготовить? Ничего не можем. Открывай. Хотя бы что-то не будет протухшим. Так, это... Ай. Сюда это пока здесь... А, туда не кладется. Хорошо, я поняла. Открывайся. Вот так. Тухляк и вода пусть тут потусуются. Сюда. А мы с тобой пойдем торговать и пойдемте заправлять все. Взять все. Блин, не, мы улучшим потом. Пойдемте съездим за шахты на эту свалку. Все-таки я на машине хочу покататься, посмотреть, что там дадут. Давай, но надеюсь, теперь-то нам топлива хватит ехать. Надеюсь, нам хватит топлива. Мы в хорошем настроении. Так. Где топливо, блин? Вот так. О, ну, 8 топлива. Ехать вперед. О, завели мотор. И, о. Так. Удерживайте ЛКМ или пробел, чтобы изменить направления и избежать препятствий. А-а-а. Так, мы едем. Мне еще тут, понимаете ли, управлять надо. Я думала, мы куда-то прогрузимся и все. Куда мы едем? Останавливать они меня не просили. Но мы куда-то катаемся. Вроде пока получается. Куда едем? Без понятия. О, куда-то приехали, походу. Куда мы приехали? Пустыня. Ну-ка. Это что сейчас было? Тихо-тихо-тихо. Тихо, дерись. Еще одна идет. Все? Так, подождите. Есть. Она все равно испортится. Теперь мы можем идти? Это что? Возьми. Подождите, тут человек есть какой-нибудь?
А сюда мы не можем идти. Путь заблокирован. Ладно, я поняла. Там типа камни, типа всего. О, энергетик, это что? Мусор. Это? Короче, берем все. Оно не тяжелое. А нельзя как-то тут, чтобы оно заработало? А, во-во, смотрите, взять это что? Зеленый стакан. А-а-а! Стекло, наконец-то! Так, это не подбирается? А вот эта заправка бензина нету, да? Есть, смотреть, взять. Это еда, что ли? Взять. Еще что-то, денежка. Мы тут лутаемся, получается, да, приехали? Что тут еще можно взять? Змейка мы поубивали. Сейчас в эту сторону еще глянем. Угу. Ну, вроде я тут все, ничего не пропустила. Сейчас даже увеличу на всякий случай. Что там? Места еще много. Мы, думаю, еще один этот сможем куда-нибудь. Тут ничего нету? Нет. Нет. Ехать. Надеюсь, там учтено, что нам обратно домой надо возвращаться на дороге. А если мы вперед поедем, оно хватит нам? Я надеюсь. Ага. Удерживайте ПКМ, чтобы ускорить автомобиль, когда он поднимается и безопасно прыгнуть. Ой-ой-ой, придумали. Черт. Запуталась в кнопках, называется. Тихо. Ничего себе, скалы придумали мне тут. Вот так. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Интересно, мы домой сможем вернуться? Немножко машину помяла. Сейчас чинить еще придется. Если только металлом, то это хорошо. Так, пустыня. Опять кто-то выползает? Давай, дерись. Тихо, дери. Стоять, взять, ю. Стоять, еда есть, ешь, ешь. Тихо. Все. Ничего себе, под змей поназаводилось. Это что такое? Бери. Металл, наверное, какой-нибудь. Взять. Так, это тоже бери. Бери. Мы тут еды сейчас можем понасобирать, я так понимаю. Это вот типа денежка валяется. Ты кушаешь, что ли? Я не то тыкаю. Взять. А чё не может? О, ё-моё. Ладно, денежку мы берем. Денежка, она без веса у нас. Чё это? Телефон, пластика, электроника. Телефон тоже берем. И все, да? Это чё? Мусор. А мы энергетик влезет нам? Влез. Угу. А я взяла и еду съела. Вот я, блин, додумалась. Что тут еще интересного есть? Все, ну дальше нам нельзя. Нам, в смысле, это. Что починить надо, чтобы починить? Пойдем починим. Это мы теперь на машине можем путешествовать. Ты иди давай, чини. Металл. Металл. Камень, древесина, почва. Как металл выглядит? Починим, конечно, нам же обратно ехать.
Все, давай ехать. Вернуться к Джо. А, вернуться мы можем, а значит, топливо надо, чтобы... Понятно. Я поняла, как это работает. Так, здесь пока ничего нету. Мы не нашли фольгу. Пойдемте домой. С горем пополам. Своей невнимательностью съели еды. Обидненько, но что поделать. Но энергетиков насобирали. Сейчас доделаем. Что получается? Давай мы с тобой откроем. Выложим сейчас все. Все соберем. Так, что у нас тут есть? То, что можно выложить, чтобы сразу... Кактус колючий, если правильно... А, кактус можно готовить. Иги. Суп тоже пока сюда уберем. Железо есть. Так, мясо змеи есть у нас. Что еще есть? Это все надо разобрать. А это не стакается? Черт. Надо... А что не делаешь ничего? Чем мы зависли? Зависла игра. Я не поняла. Не-не-не-не-не, не надо мне тут. Она же не сохраняется. Блин. И время идет. Так, ну-ка. Все зависло, ёкарный бабай. А, давайте мы тогда вот... Что это, сушилка? Не. Допустим, мусор. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Все, да? Блин. Рычаг, 20 металла, ничего не юзается. А так. Кстати, тут пауза есть. Я не знаю, что случилось. Сейчас попробуем что-нибудь. Ой, ничего не могу сделать. Ну-ка, если вот так сделать, свернуть, развернуть игру. Блин. Так, я сейчас сделаю так, чтобы он потерял сознание. Может, тогда игра сохранится и отклинит. А если нет, придется перезаписывать. Сейчас посмотрим, что будет. Я не знаю, я ничего не могу сделать и почему-то зависла. Потерял сознание, вот. Обидно, конечно. Но я не люблю пере это. Вы были без сознания 2 часа 57 минут. Хорошо, и что будет? Да, ну допустим. Сохранение пошло. Ты у меня сможешь что-то сделать или так и будешь валяться? Я просто ресурсы хотела переработать. Ну. Создать. Допустим, можешь создать, да? Все, а что это было, я не знаю. Но после пустыни, вот сами видели, все зависло. Обидно. Ну да ладно, так. Получи. Вот это надо выключить, во-первых. Выключи. И открыть. Включать нет смысла, потому что у нас тут ресурсы. Так, мы, во-первых, пока сюда выложим. А вот это вот все надо сейчас будет приготовить. Это что у нас? Кактус, грибочек один. Получи воду и давай мы с тобой. Я не поняла. Что, у нас опять электричества нету? Посмотреть. Плита. Посмотреть. Ничего не понимаю. Чё с электричеством? Все включилось? Да. Выключить. Выключить. А, наверное, то, что вот это не выключило фигню. Сейчас мы выключим. Беги давай.
Ключи. Все, приготовить. Есть у нас что-нибудь, суп, который я-то с этими? Или надо новый рецепт какой-то искать? Кстати, кофе. Я... Понятно, иди возьми. Взяла, выложила. Перегруз, да? А что у нас такого весит много? Ясно. Ясно, ясно, ясно. Пойдем с... Нет. Мы пойдем вот что делать. Мы вздремнем пойдем. Туда-сюда его гоняю. Разобраться не могу, что хочу. Вот так. Потом открывай, иди быстренько поешь. Ешь. И создать. Мы сейчас разберем весь мусор. И будем потом улучшать верстак. А то так это... Место просто все это занимает. Телефон мы, может, продадим. Я пока не знаю. О, мы фольгу нашли. Это ж классно. Стекло, стаканы, блины. А я тут все покупала активно. Так, давай. Теперь мы можем приготовить. У нас грузоподъемность позволяет. Во-первых, змею пожарим. Давай. Надо еще газету почитать. Приготовь, давай, 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 готовь. Быстренько готовь. Не поняла? А, это, ну, как я как обычно. А мы не можем, блин. Иди сюда. Жареная змея. Три. Сейчас кофе еще заберем, и будет у нас кофе. Энергетик сделаем. Открыть. Есть. Так, жареная змея сюда. Это тоже сюда пока. Приготовь. Готовить мы будем кофе. Энергетик. Так. Все. А тут даже вес показывается, сколько займет. Классная штука. А почему он воду не берет? Я думала, он воду берет. Давай, выпей. И открыть. Это мы вот сюда все складываем. Энергетик тоже. Так, воду открыть сюда. Пока не телефон не продаем, сейчас посмотрим, что у нас там получается. У нас воды столько запаса, можно растения как бы того делать. Так, получи. Посадить. Все. Иди вот сюда газетку почитай. Возьми. Сейчас почитай, может, что интересное напишут. Так, она вот она, да? Читай. Отключение электричества грозы. Опять? Опять электричество отключат. Вот, блин. Ладно, пойдемте делать новый верстак. Сколько по времени? Прилично занимает времени, но мы вроде в хорошем состоянии. Я ему там энергию подняла, питание подняла. Так, все, мы можем наконец сделать сами холодильник. Сушилка была. Что тут? Деревянный ящик. Аппарат для очистки. А он для чего нужен? Превращает нефть из шахт в отличное горючее. Люстра, переключатель. А это что? Разместить его в комнате отлично подходит для распределения энергии. Ага. Так, что тут еще есть? Ведро, парник. Сделает жизнь ваших растений, снабдив их светом. Здесь могут расти томаты и апельсины. Да, стекла сколько надо, резервуар для воды. Большое количество воды. Когда наступит засуха... Вот это точно нам надо. А здесь что? Простая ловушка, нож, шахтерская теплая одежда. Волчья шкура и ткань. А ткань как получать? Мы можем волчью шкуру перерабатывать, наконец, нет? А то я, блин, замучилась уже. Здесь есть волчья шкура? Открой, пожалуйста. Вот, допустим. Что это такое? Это телефон.
Вот ты можешь ее создать? Используется шкода для изготовления? Нет. И куда нам ее? О, чайник можем сделать. Так, открыть. А где брать ткань тогда? Вопрос возникает. Ой, так. Еды с собой нету. Во-первых, надо посмотреть. Гурман. Так, Джо. Это что? Боеприпасы. Потом стекло. Мы ничего не продаем из ресурсов. Кто-то тут телефон пытался получить. Не надо уже, что ли? Я помню. Купить хотел. Где он? Человек, который хотел телефон. Что-то не потерялся он. Ладно. Мы его пока положим сюда тогда. Что получается у нас? Стекло надо и топливо надо. Но топливо надо будет искать. Так. Где ты? Пусть болтается здесь. Надо, наверное, тогда сделать парник. Создать. В первую очередь, я не знаю. Вот давайте попробуем туда что? Почва, древесина и стекло. Угу. А холодильник, если делать, пластик и металл. Печь, парогенератор, аппарат для очистки. Переключатели. Тоже, по идее, люстра. Это штуку можно продать или разобрать. Так, давайте мы вот это заберем. Я не знаю, как оно считается, но я хочу, во-первых, парник. А, вот еще надо вот это вот сделать. Резервуар для воды. Так, его где угодно и наполнить вы можете поставить. Мы его вот смотрите. Вот сюда, если поставим. А у него какая это? Сейчас посмотрю. Ой, мы сейчас упадем в обморок опять. Что у него получается? Ноль. А вот это... А. Ага. Ну пусть он... Я так понимаю, мы туда должны для воды. Вот он наполняется водой? Нет, наверное. Получи. Ладно, мы будем разбираться с этим в следующей серии. Я в этой все заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, ставить лайки и подписываться. И всем пока-пока.